Добрый день, коллеги. Меня зовут Сейд Багамбетов Ерлан. Я являюсь экспертом по испытанию региона Волга. Сегодня 18 апреля 2021 года. Мы находимся на полевом городе Оримур компании Сингента. Сейчас я стою на поле озимой пшеницы, и я бы на нем хотел показать о важности ранневесеннего барнования на этой культуре. У нас в середине апреля стало сильное нарастание дневных температур, а также и ночных. На влажной почве начала образовываться корка. На данном поле посеяна озимая пшеница жемчужина Поволжья. Сейчас она находится в таком состоянии. Уходила зимовка, она в начале кущения. И вот вам видно образование корки почвенной и ее растрескивание. Это очень негативно будет сказываться в дальнейшем на содержании влаги. Испаряться будет очень сильно. Процесс барнования озимой пшеницы у нас в самом разгаре. По полю ездит штригельная барана. Глубина обработки не более 2-3 сантиметров, что для нас достаточно. Сейчас мы оценим, как она справляется с нашей задачей. После прохода штригельной бараны мы видим очень хороший результат. Полное разрушение почвенной корки и все растения не поврежденные, хотя растения находятся в фазе начала кущения. Маленьких сорняков в фазе ниток у нас нету, но мы эту цель не преследовали, а так агрегат полностью справился со своей задачей. Это был полевой город Оримбург. До скорых встреч!